Я всех приветствую на канале Страйкбит. В сегодняшнем видео мы рассмотрим монтаж подвесного потолка гипсокартонового. Вот как он уже получился после финишного слоя, после шлифовки. Такой вот беленький, красивенький. Вот мы и узнаем, как его сделать. Поставить профиля, закрепить, гипсокартон прикрутить и пошпаклевать. Так что смотрите, будет интересно. Подписывайтесь, если не подписан. Ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео. При помощи приспособления под кодовым названием «Зоркий сокол» вот размечаем уровень. Сейчас нам главное уровень кинуть, сейчас примерно посредине стены. И потом вот от этого уровня уже мы будем размечать потолок. Полтораметровый уровень есть, сейчас по одной меточке его выставляем. По кругу сейчас меточки везде поставим и будем ставить направляющий профиль. Будем приступать к монтажу потолка из гипсокартона. В общем, все, будем работать. Хорош трындеть. Направляющую поставили, сейчас разметим по 40 сантиметров от угла и по 40 сантиметров потолочные профиля ставлю, это через 40. И будем дальше. А в уголку еще направляющую не поставили. Так, ну, дойдем агрегат. Поставим. Да, агрегат вот какой настроили, станок, тягаем кухню, по всему, из табуретки низко, а стремянку не взяли, короче, тягаем теперь. Так, Витя воду отключил, краны поставил, кранов не было. Так вообще по-чудному сделано, подключено, а кранов нет. Вдруг что, надо бегать, выключать водоканал. Солнце светит. Солнце светит, как раз бежачи. Уже вечер на дворе, а тут чекит не валяются, я кажу. Монтируем несущие профиля, ставим крепежи пешки, сверлим, крепим, закрепляем. Сейчас возьмем один профилек, так вдоль поставим, чтобы взять направление, чтобы по плоскости выровнять. Все, так, поехали. Где край листа ровный, нужно делать срез. Вот так вот срез под уклоном где-то под 45 градусов, чтобы туда залазила шпаклевка и он не высыпался. И серпянка лучше приклеится. На краях оно углубление есть, именно на краях листа. А если вот торцевой край, надо вырезать обязательно. Почек. Ну не последний, крайний. Дай бог не последний. О, не хочет вставляться. Вот так. Шуруй поверт. Патрон. Сейчас зарядим. Удобно тут. Там прикольно должно быть. Вот так. Все. Ну вот на этом монтаж гипсокартона на потолок у нас, в принципе, завершен. Дальше будем по накатанной. Швы, старт, финиш и покраска. Все, смотрите, будет интересно. Замазываем швы и сразу замазываем саморезики. Там еще там немножко набрал. Раз, раз, позамазывал и все. А здесь наложил в потелек. Провел.
пусть высыхает. Как только высохнет, сразу будем наносить стартовый слой. После того, как подсохли швы, их почищаем, чтобы не было всяких бугров и наплывов. В общем, почистили немножко и приступаем к нанесению стартового слоя. Намешали ведро стартовой шпаклевки и нехитрыми движениями при помощи маленького шпателя набираем на большой и наносим. От стены до угла и с угла потом буду идти натягивать от сухого и уже до нанесенного. Тут рот сильно открывать нельзя, а то такие козявки могут попасть в рот. Завтра буду рівно. Завтра підітреться і буде рівно. Да. Ну, в принципі, стартовий слой нанесли. Пусть сохнет, завтра чуть подотрем и будем финишем проходить. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Смотрите, будет интересно. Самым пыльным и грязным таким моментом в потолке это затирка после каждого слоя. Но дело необходимое, потому что после первого слоя все равно такие бугорки остаются, наплывчики. Их надо сейчас стереть и идти уже финишным слоем. Это ж стартовый у нас. Вот сейчас Витя тырнет этот кокаин, наделает кокаину и будем начинать финишем. Витя весь в кокаине, значит мы потолок затерли. Все, там оно, конечно, вроде бы на камеру какое-то такое кривое. Но оно просто-то наплывы, но они вровень друг с дружкой. Все, сейчас финишем буду перекрывать, потом посмотрим, что оно будет дальше. Вот как выглядит потолок после финишного слоя. Уже ровненький, он такой цветом чуть отличается. Сейчас я тут прошел, перетянули наш импровизированный козлик. Видите, на газовой плоти. Сейчас раздавы плоту. Так, финишный слой высох. Сейчас Витя затирает. Сейчас затрет. Потом глянем, где там может что поправить. Ну, а так, в принципе, вроде бы ровненько. Ну, после затирки оно проявит свои там, может, где небольшие будет погрешности. Но это все исправимо. Стены будем финишем проходить, и там тогда поподмазываем, да и все. Красить пока не будем, но все равно еще пыль будет. Вообще еще пилить, что. Здесь затирать оно будет пыль, пока не будем. Красить будем чуть попозжее. Как начнем чистовую отделку, тогда уже будем красить. А и багет, это же нам надо поклеить багет перед покраской. А багет же мы не поклеим, пока стены не сделаем. В общем, сейчас. На этом видео про потолок будем заканчивать. Саму покраску тогда уже будем видео отдельно снимем по именно по малярным работам. Багет будет и покраска потолка и стен. Ой, ну этих стен. Вот здесь, где будет за кухней, тоже будем красить. Ну, тогда заодно как будем красить и уже ж покажем. А так пока мы не будем его ни грунтовать, ни красить потолок, потому что еще много пыли будет. А потом будет видео. Так что подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки. А мы на сегодня заканчиваем.